В 8-й серии турецкого сериала «Уважение», который выйдет на экраны Турции 15 декабря, мы увидим следующее событие. Эрджумен встретился с Хелен в кафе и сообщил о том, что он забрал машину Саваша из гаража. Девушка сильно удивилась тому, что Эрджумен решил лично заняться ремонтом этого автомобиля. Она знает, что у Саваша не было лишних денег для того, чтобы ее отремонтировать, так как откладывает каждую копейку. В этот момент по телевизору стали выступать прокурор, и он говорил про тех двоих убийц, которых все считает борцами за справедливость. Но какими они могут быть борцами, если похищают невинного ребенка? Его дочь была похищена, и ему прислали видео, как это произошло. Эрджумен говорит Хелен, что это просто заговор прокурора. И он это делал только для того, чтобы загнать их в угол. Хелен считает, что они облажались, так как все ополчились против них. Только она не подозревает, что на самом деле Эрджумен причастен к этому делу. Хелен говорит Савашу, что необходимо придумать план. Только Саваш не понимает, что собирается делать Хелен, ведь все уже кончено. Эрджумен подготовил для одного человека такую ночь, о которой он никогда в своей жизни не сможет забыть. Он будет помнить этот день до конца своих дней. А мы напоминаем, что 8-я серия турецкого сериала «Уважение» выйдет на экраны Турции 15 декабря. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.